Здравствуйте, добрый день, доброе утро, привет, мои дорогие фанатики и маньяки компьютерных игр. Мы в эфире. А это значит, что вы должны приготовить свои пальчики, глазки, ушки и, конечно, мозги. Сегодня в нашей программе. Двойной дракон, часть четвертая. Сладкая парочка упитанных молодцов. Кошка-ниндзя, вы такое когда-нибудь видели? НХЛ, супер-хоккей на супер-16-битном сеговском формате. Секреты и, конечно, долгожданная вторая часть игрушки «Юрский парк». Потрясающая графика в игре «Питфол» и Брюс Ли, человек-легенда. Но прежде чем мы начнем рассказывать вам о конкретных играх и конкретных картриджах, я хочу похвастаться вместе с фирмой Dendy вот чем. Дело в том, что фирма Dendy продолжает свою экспансию по мировому рынку видеоразвлечений и может себе позволить вот такие вот промоушен-материалы, или, говоря попроще, прибамбасы и приблуды. Отныне каждый, кто пришел в магазин фирмы Dendy купить себе что-нибудь, картридж или приставку, все это получит вот в таком замечательном маленьком пакетике. Это что касается картриджей. Этот пакет можно потом использовать как хотите. Можно покласть сменную обувь, полотенце, мочалки, если вы ходите в баню, или просто несколько яблок. Пакет довольно прочный, крепкий, и всегда с вами будет телефон фирмы Dendy 245-1996. Если вы покупаете приставку, то вам повезло еще больше. Приставку вам завернут вот в такой огромный пакетище. Посмотрите, в магазинах Dendy по всей стране. Суперсовершенная игровая система Super Nintendo. В этом пакете, после того, как вы получите приставку, придете домой, развернете ее, и пакет освободится, можно носить в детский сад младшего брата. Представьте, как удобно. Положили братца в пакет и понесли в детский сад. Отдали воспитательнице, и пусть она вам его вернет в целости и сохранности в этом же пакете. Ну и, наконец, последнее приблуда. Это вот такой великолепный плакат. Ну и, конечно, вы все узнали Марио, Линка и Йоши-динозаврика, давнего друга Супер Марио. Но вам такой плакат не достанется, если только вы не дилер фирмы Dendy. А дилер фирмы Dendy повесит такой плакат не у себя дома где-нибудь, там, знаете, в туалете, как календари мы с вами вешаем. А он повесит его в магазине, и тогда весь город узнает, почему приставка Super Nintendo лучшая в мире. Ну, вот такие вот похвальбашные похвальбы у нас сегодня произошли. А сейчас давайте приступим к делу. И начнем, как обычно, с 8-битных карточек. О! Похоже? В руках у меня картридж, который порадует сердце каждого игрока. Double Dragon 4. Четвертая часть великолепной, старой как мир аркадной игры «Двойной дракон». Она одна из первых появилась тогда еще на персональных компьютерах, и все в нее играли с огромным удовольствием. Теперь это широко распространенный товар. Но четвертая часть Double Dragon отличается от первой и ого-го как. Не верите? Смотрите. «Двойной дракон» выходит на 8-битные просторы в виде дружной сладкой парочки упитанных молодцов с крепкими кулачищами и волей к победе. Улицы провинциального городка, ну, вроде нашей Электростали или Подольска, кишат мерзавцами и хулиганскими отродьями. Что же делать? Можно в страхе выключить приставку и со слезами броситься к маме, уткнуться ей в засаленный передник и никогда, никогда больше не подходить к джойстику. А можно засучить рукава и вместе с товарищем по лестничной клетке дать негодяям, как говорится, прокашляться. Похоже, игрушка на все сразу, от черепашек-ниндзя до улиц ярости, но имеет свое лицо и довольно запутанный сюжет. Разбираться с ним у нас с вами уже нет времени, так что с «Двойным драконом 4» вы сами ковыряйтесь, если захотите. Вот так бывает, если вы двойной дракон. Как во все мочиловки и убиваловки, в эту игру можно играть вдвоем, что очень полезно, если у вас с вашим соседом или со школьным товарищем есть проблема досуга. Аналогичная проблема у вас будет снята, если вы купите картридж вот такого вот содержания. Называется он Ninja Cat. Как только не называем мы наших кошек и мурзиками, и барсиками, и даже мурлыками. А вот ниндзей назвать свою кошку вряд ли кому приходило в голову. Давайте посмотрим эту игру и тогда решим, может быть, наших кошек нужно переименовать и дать им название ниндзя. Ниндзя Кэт. Вау!
Мяу. Как и любой ниндзя, наша ниндзя-кэт может менять обличие и перевоплощаться в другие существа. Каждый со своим набором качеств. Мы выбрали вот эту, по имени Нимфо. Киска-сосиска, в смысле очень необычной зверушки, бродит среди живописных развалин, натыкаясь своей усатой мордой на гадских гадов. Давно бы уже отнесли ее на живодерню мерзкие враги, если бы не крепчайшая броневая кольчуга со шлемом и, самое главное, вековое мастерство ниндзя, которым наша киса овладела где-то за пределами игрушки в своем нежном возрасте. Было ей тогда 3 или 4 бита от роду. И пока ее товарищи бегали и радостно резвились на китайской травке, о мягкости и зелености которой ходят легенды, наша котяра оттачивала свои зубы и мастерство в заброшенном подвале, отрываясь лишь на еду и на дуду. Желаю вам удачи и большого ниндзерского счастья. Все, решено. Завтра еду на птичий рынок и покупаю себе кота. Такого большого пушистого кота, и называю его ниндзя. И начинаю с ним играть. Мне никакая приставка не нужна. Единственное, надо проблему решить, куда коту вставлять джойстик. Шутка. Подобные шутки уже стали традиционными в мире новой реальности. Кстати, друзья мои, я обмахиваюсь 13-м номером журнала «Видеоаз Дэнди. Новая реальность». 98 страниц бесконечного удовольствия для тех, кто действительно считает себя фанатиком компьютерных игр. Обо всем на свете, а в середине 13-го номера потрясающей красоты вкладка «Постер» с героями мультфильма и, конечно же, игры «Jungle Book». Джангл-бук. Дело в том, что я хочу вам приоткрыть маленькую завесу над большой тайной. Ну, конечно, никакая это не тайна. Дело в том, что кроме 13-го журнала в магазинах Дэнди вы можете купить 14-й и 15-й, о которых я расскажу сегодня в нашей передаче чуть-чуть после небольшой паузы. Совершенная игровая система Супер Нинтендо. В нашей прошлой программе мы уже рассказывали вам об играх для приставки Sega. И одна из этих игр, как вы помните, была игра «Баскетбол» NBA 94 Showdown. А сейчас следующая игра подобного же типа от компании Electronic Arts. Как вы знаете, скоро начинается чемпионат мира по хоккею. Но вы можете приблизить этот волшебный миг, если вы увлекаетесь хоккеем, купив картридж NHL 94. Вот уж где рубка, так рубка. Итак, NHL 94, Electronic Arts. Что-то много развелось спортивных повторялок во всех форматах. Восьмибитный хоккей, и футбол, и гольф, и бильярды есть уже в каждом доме. Сеговский баскетбол мы рассматривали с вами в нашей прошлой программе. Ну а в Супер Нинтендо спортивных имитаторов, пожалуй, больше всего. Что ж, видать, неохота вам заниматься настоящим живым спортом, и вы довольствуетесь суррогатами. Это не грешно, но не забывайте время от времени смотреться в зеркало. Как бы ни настал день, когда вы скажете своему отражению: «Здравствуй, Марио!» Вот таких проблем с весом и с фигурой никогда не было у героев этой игры. Это самые физически развитые парни на всем американском континенте. Им рукоплещут миллионы поклонников профессионального хоккея, с ними заключают многомиллионные контракты, о них говорят, о них пишут в газетах, они суперзвезды мирового спорта. В сеговском варианте это как бы репортаж о матчах, которые вы проводите с вашими противниками по любой спортивной системе. Показ довольно телевизионный, с применением второго экрана, что позволяет более полно погрузиться в игру. Ну что ж, зима кончается, и ваши клюшки скоро отправятся на балкон, коньки уютно улягутся под кровать, и самое время до следующей зимы оттачивать свое хоккейное мастерство с героями НХЛ. Вот такие вот настоящие мужчины играют в хоккей. Трус, как известно, в хоккей не играет. А умный человек никогда не пройдет мимо 14-го номера журнала «Видеоаз Дэнди. Новая реальность». С обложки этого номера дружелюбно скалится наш любимец Жан-Клод Ван Дамм. И вы знаете, довольно странно было для меня увидеть здесь внизу эмблему игры Mortal Kombat. Ведь известно, что Жан-Ван Клан Дамм, в общем, вот этот дядька, он снялся в главной роли в фильме «Street Fighter», который был снят по мотивам потрясающей, великолепной игры «Street Fighter».
Так вот, тут Жан-Клод Ван Дамм изменил сам себе, и он стал символом игры Mortal Kombat. Ну, конечно, кроме того, что там Mortal Kombat, там есть всякие замечательные еще рассказы. И на этот раз почему-то вот тут такой постер опубликован. Давайте мы попробуем разобраться в его смысле. Что же это такое? Смотрите, переломанный насквозь человек. Неужели игра в Super Nintendo приводит к такому результату? Ах, нет, конечно, нет. Видите, даже в таком положении можно играть на этой замечательной приставке. Ведь для того, чтобы общаться с Super Nintendo, нужно, по большому счету, всего-навсего два пальца. Вот эти два пальца, которыми мы нажимаем на кнопки и заставляем героев бегать, прыгать, стрелять, друг другом драться и подбирать различные предметы с пола. И причем некоторые герои игр поднимают их с пола и едят, даже не обдув. Когда у вас что-то упало на пол, прежде чем съесть, обязательно подуйте на это. Это яблоко, бутерброд или просто конфетка. Сначала возьмите, подуйте, а потом уже в рот. Шутка. Ты хочешь управлять миром? Твоим миром, в котором каждая секунда — это борьба и скорость. В твоих руках самое совершенное оружие. Уже сегодня в магазинах Денди по всей стране совершенная игровая система Super Nintendo. Формально говоря, 16-битный процессор и все гиги в Super Nintendo. Но все прекрасно знают, что 16-битный процессор Super Nintendo — это полный процессор, где 16-битный стереозвук, 16-битное изображение и 16-битные цвета. Поэтому Super Nintendo мы всегда оставляем на закуску. В нашей прошлой программе я вам рассказывал уже, что появились книжки описания игр на русском языке. Я вам уже показывал «Страна Данки Конга», «Супер Пробатектор. Вторжение чужих» и игру «Аладдин» на русском языке. Прошла всего неделя, а в магазинах Денди еще три инструкции на русском. Это «Супер Марио. Все звезды», «Бэтмен возвращается» и «F-Zero». Видите, я думаю, что если хотя бы три новых инструкции на русском языке будут появляться в неделю в магазинах Денди, то понадобится не так много времени, чтобы охватить инструкциями на русском языке все существующие игры. У нас сегодня в программе их целых три. И первый из них — Jurassic Park, часть вторая. Хаос продолжается, так называется эта игра. И я уверен, что она ничуть не хуже. А я честно вам скажу, я знаю, она гораздо лучше, чем первая часть. Потому что, чё греха таить, первая часть Jurassic Park в формате Super Nintendo была довольно сложная. И вряд ли кто-нибудь из вас до сих пор еще прошел ее до конца. А вот вторая часть — это нечто совсем другое. Смотрим. Опа. Поехали. Jurassic Park. Хаос продолжается. Корпорация Биосин. Штаб-квартира Соединенные Штаты Америки. Этот остров должен быть разрушен. Я хочу получить контроль над парком Юрского периода. Как мы об этом договаривались, мои люди уже отправились туда. Надо так сделать, чтобы ваши ученые тоже готовы были отправиться туда немедленно. Приготовиться к выброске. Пошел! 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 Парк Юрского периода, вторая часть. Вот какой поворот принимает сюжет романа Майкла Крайтона по воле роскошной фирмы Ocean, или по-русски «Океан». Хаос продолжается, но не сам по себе, а благодаря усилиям группы мерзких властолюбцев и политических интриганов. А вы, герой по имени Инжен, один среди этого коррумпированного окружения должны спасти чудо природы и техники, законсервированный Jurassic Park от вторжения туда несостоятельных экспериментаторов компании Biosyn. Они ни за что не хотят, чтобы парк Юрского периода вернулся к жизни. У них свои далеко идущие планы на селекцию древних рептилий. Очевидно, они хотели бы создать из динозавров супермощное оружие. Впрочем, глядя на репторов и тирексов, их вполне можно понять. Выполнив множество миссий, вы обязаны просто очистить остров от наемников Биосина и подарить Юрскому парку надежду на возвращение к жизни. Вот такой боевичок, эксплуатирующий мотивы великолепную фирму Спилберга и первой игрушки Jurassic Park часть 1. В руках у меня третий
и последний журнал, о которых я хотел сегодня несколько слов сказать. Это 15 номер, и по обложке уже можно догадаться, что там внутри ждет вас нечто совершенно невероятное, как обычно 98 страниц полного иллюстрированного материала. Такие журналы получают дети всего мира, ну и, естественно, только те, которые увлекаются компьютерными играми, а, наверное, это дети всего мира и есть. И в центре у нас, как обычно, постер. На этот раз не просто постер, а целый календарь. Календарь на 95-й год с изображением нашего любимого человека по имени Горилла Донки Конг. Да, я думаю, что он уже в каждый дом пробрался. И посмотрите внимательно, где-нибудь под шкафом, под кроватью, он обязательно оставил свои следы или волосы. Так вот, я к чему стал это говорить? К тому, что в журнале «Видео Аз Дэнди Новая Реальность» теперь, отныне, навеки и навсегда, есть много информации по играм для Super Nintendo. Раньше, как вы помните, этого не было. Теперь это есть. И с этими замечательными словами я перехожу к следующей игре для приставки Super Nintendo. И взор мой привлекает вот этот картридж. Называется он «Дракон. История Брюса Ли». Тот из вас, кто не знает, кто такой Брюс Ли, пусть возьмет какую-нибудь книжечку или газеточку и почитает. Брюс Ли — это был величайший каратист всех времен народов. Он погиб при довольно таинственных обстоятельствах, но до того, как погибнуть, он прожил очень интересную, насыщенную и, конечно же, опасную жизнь. Вот вся эта жизнь, вся жизнь Брюса Ли в этом картридже. Чтобы вам сразу стало понятно кое-что, расскажу в двух словах о том, кто такой Брюс Ли. В свое время этот выдающийся атлет был гораздо популярнее сегодняшних Ван Даммов или Шварценеггеров. Это был настоящий человек-легенда, проживший 32 немыслимых года и погибший от заклятия врагов и замедленного смертельного удара в живот. Но пока Брюс Ли жил и творил на ринге и в кино, равных ему не было на свете. Страшное проклятие висело над родом Ли долгие годы, и в конце концов его сын, Брэндон Ли, ставший актером, как и отец, тоже погиб на съемках фильма «Ворон» и тоже при очень загадочных обстоятельствах. Да, видно, когда Брюс продавал свою душу дракону, он не мог себе представить последствий этой сделки. Реальная история жизни Брюса Ли в кинофильмах, в которых он участвовал, вот что такое игрушка Dragon производства фирмы Virgin. 10 врагов, 10 уровней от фестиваля фонариков до мрачного кладбища Фантома. Немеренный запас движений и ударов, заставляющий поклонников Street Fighter и Чак-Фу стонать от зависти. Нечего стонать, ребята! Поклонникам безопасных драк эта игра придется по вкусу. Сейчас вы станете свидетелями маленькой сценки, которую мы якобы не ожидали, но на самом деле подстроили. Вот как делать в телевидении. Вот так он делается. Да, что-то время нашей передачи уже подходит к концу, а Дениса все нет и нет. Нет и нет. Нет и нет. Нет, Денис. Денис! Здравствуй, друг! Здравствуй! Ой. То ли я подрос, то ли ты скрючился. Ну, ты же сам все. Тебя знаешь. Даже не видно из-за коробки, из-за этой. Итак, у нас в гостях Денис Панов со своими секретами. Вот сегодня такой вот резкий, крутой, не обессудь. Ага, вот, случилось. Видите, сразу два картриджа для приставки Дэнди принес Денис, потому что мы велели его убить, если он не принесет картриджи для Дэнди. Так похоже на Микки Маус, кстати, посмотри в камеру. О, видите? Микки Маус. Панов. Микки Паус. Хорошо. На. Рассказывай, с какой мы начнем? Давай, это с Том и Джерри. Том и Джерри, да. О, это игра игр. Не, на самом деле, ну? Это не секреты, а это? Просьбы. Просьбы. Ага. Мне постоянно звонят и спрашивают. Маленькие дети. И да, ни за что на свете не хотите дети в Африку гулять. Да. Как пройти это? Как пройти то? Так. Вот поступил несколько просьб. А девушки примерно звонят тебе, девушки? Ну, какие так девушки в рабочее время? Какие? А, да, у тебя все время рабочее, поэтому никаких девушек, да, конечно, вот нет. Отсюда мы возьмем, как победить первого главного. Первого главного. Просьба. Первого просьба. Монстра в игре, да, Том и Джерри побеждает Денис Панов. Сам ставишь, да? Не, все-таки не инвалид, да? Поехали. Нажимаю? Да. Не страшно? Нет. Давай. Я! Том и Джерри. Как я уже говорил, это не секрет, а рекомендация. Сейчас вы наблюдаете, как лучше всего
победить кота Тома. Вот и все. Yes! Вот такие вот дела. Вот так погибают первые вражины в игре «Том и Джерри». Оп, оп, быстро меняем. Времени уже не осталось практически. Маленькая русалочка. Это что такое? Тоже какой-то уровень? Первый уровень. Первый главный секрет. Враг. А первый секрет? Первый секрет. Понеслась. Русалочка поплыла. Щук-щук-щук-щук с ожогами. Вперед. Так, секрет для начинающих. Ариэл имеет возможность выбивать плавником из песка всякие предметы, очень вам полезные. Вот, пример, вот сейчас, что происходит на экране, она же выбила трубку. Потом она вам поможет в дальнейшей борьбе со злом. Ну вот этот и секрет. Шоколадный шоколад. Мокрый еще картридж. Воду можно вылить. На, это тебе. Но, честно говоря, ты, конечно, в русалочку уже не играешь, естественно. Ты в русалочку играл, когда была маленькая девочка, ты играл в русалочку, да? Я помню, я видел тебя на улице. Ты шел в таком чепчике с бантиком, в платье таком хорошем. Мне пора. В горошек. Мне пора. Ну, не обижайся, ладно. В следующий раз... А! В следующий раз, ладно, я тебя освобождаю от секретов по Дэнди, принесешь что-нибудь по Супер Нинтендо, ладно? Хорошо. Давай, беги, сынок. Ну, а мы с вами, кстати говоря, еще не рассказали вот об этой игре. Это последняя игрушка для Супер Нинтендо. Как мне пусто стало без Дениса, без коробки. Ну, да ничего, до конца нашей программы осталось не так уж много времени. Так вот, игра эта называется Pitfall. The Mayan Adventure. Приключения Майя. Die sagenhaften Geheimnisse der Mayas werden in einem... А, что это я? Что это я на своем языке заговорил? На немецком, на родном моем? Ведь я родом из Германии, из Лапландии, кажется. Такая в Германии страна, еще маленькая, Лапландия. Там очень любят игру Pitfall Mayan Adventure. Что-то я такое гоню, но на самом деле я гоню, потому что не знаю точно, о чем это игра. Только знаешь, это лабиринт в поисках сокровищ племени Майя, такое мексиканское племя. Оно уже вымерло, к сожалению, но игра осталась. И сокровища, естественно, тоже. Вот вам это понадобится найти, но из телевизора вы их не вынимете, но, по крайней мере, просто порадуйтесь ловкости и изобретательности. Сокровища Майя в поиске Pitfall. Игра основана на древней легенде. Много лет назад жил-был отчаянный искатель приключений и всевозможных древних сокровищ. Дороги света приводили его на разные концы земли, и переплыл он не семь морей, а гораздо больше. Спустя годы он из человека превратился в легенду, и звали этого парня Гарри Водопад. После бесчисленных странствий Гарри угомонился и вырастил сына, которого назвал естественно Гарри Джуниор, то бишь малыш. Тот подрос и сам стал еще тем авантюристом. Всюду ездил сам без отца и покорил тысячи и тысячи акров непролазной тайги и девственной сельвы. Отцу стало завидно, и он решил тряхнуть стариной и отправиться вместе с сыном за сокровищами племени Майя в Центральную Америку. И то, что вы видели в начале игры, очень грустный, может быть, даже трагический эпизод. Дух древнего майского воина Закилуи, осерчав на непрошенных гостей, прихватил папашку к себе, фактически превратив малыша в сироту при живом родителе. Пока живом. Если малыш Гарри не продерется через сельву, не избежит всех ловушек и не сотрет себе ладони в кровь об лианы, по которым ему придется карабкаться каждую минуту, если он всего этого не сделает, тогда прощай, папуля, дорогой. По пространству игры тут и там разбросаны щедрой рукой программистов фирмы Activision древние секреты и даже одна уорп-зона. Настоящие фанаты знают, о чем я говорю, а для чайничков это пока секрет. Игрой Pitfall могут гордиться все, от супернинтендовских гениев до нас с вами простых смертных. Если такая графика и музыка влезает в картридж, значит жизнь продолжается, и это не предел совершенства, которому, как известно, пределов нет. Так, все сокровища мои, передача подошла к концу, на столе опять бардак, а значит придется наводить порядок снова, как в прошлой нашей программе. То же самое сделайте и вы со своими кроватями, зубами, глазами, ушами, шею не забудьте помыть и побрить. И вперед на улицу с песнями. Сегодня выходной, встретимся ровно через недельку. Пока!